сега мен Марк Осип Найт Коэн. Уважаемые друзья, добро пожаловать. Это очень большой спортивный праздник, безусловно. Каждый раз, как я приезжаю, всегда замечаю, что действительно Москва – это самая нейтральная зона для таких турниров. Поскольку неважно, кто побеждает, боец Узбекистана, с Таджикистана, с России, с Кыргызстана, поддержка зала практически абсолютно одинаковая. Так что я всегда вижу, я всегда понимаю, что неважно, какому государству, какой стране принадлежит тот турнир, та организация, которая проводит вообще данный турнир, вот именно самое главное, что когда проходит в Москве, сама поддержка зала абсолютно для всех спортсменов одинакова. И, конечно же, пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что данный турнир организация WR Global проходит совместно с NBA, конечно, безусловно, хотелось бы поблагодарить Жалбека Чумакова, нашего одного из лучших бойцов кыргызского ММА, можно сказать. Как говорится, дай Бог тебе силы, терпения в твоем нелегком деле, да? И хотелось бы отметить, что действительно, на данный момент организация WF входит в 30 лучших организаций мира, и, безусловно, ничего бы этого не было бы, конечно, если бы не было бы наших спортсменов, не было бы тех людей, которые поддерживают данный вид спорта. И самое главное, что я хотел бы сегодня отметить, это дай Бог, сегодня станет днем, который останется, будет день, который останется в истории кыргызского спорта, когда кыргызстанская спортсменка может стать чемпионкой UFC, дай Бог, сегодня бой будет, и тоже Кыргызстан войдет в историю ММА-спорта, в историю UFC, когда у нас появится, если Валентина Шевченко станет чемпионкой UFC. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на наше сегодняшнее мероприятие. Мы постарались сделать его так, как смогли. Конечно, под чутким наставничеством ВЭФ в лице Руслана Кадырмышева мы... Я, наверное, так скажу. Руслан Кадырмышев, наверное, один из первооткрывателей ММА в Кыргызстане, скорее всего. И человек, который делает много для ММА Кыргызстана. Конечно же, его турниры, его работа нас в свое время тоже вдохновляла. Я могу с уверенностью сказать, что и за рождение Эмир это было, наверное, все-таки с вдохновлением и восхищением работы Руслана Жамановича. Я думаю, что мы на этом не остановимся. Буюса очень даже хотели бы уже делать более глобальные турниры. Буюса уже запланировали следующий год в Олимпийском Буюса сделать. Сейчас мы набиваем наши шишки, набираемся опыта. Надеюсь, у нас все получится. Я думаю, что все получится. Всем большое спасибо, ребята. Давайте будем наслаждаться сегодняшним вечером. И президент бойцовского клуба «Эмир» и соцпускай лиги «Эмир ФС» Чырдобек Шамонов. Ассаламу алейкум, урматты коноктор. Мен кыргызчада сүйлөй берейин. Куш келипсиңер баардыгыңар ушундай жакшы байрамга. Ушундай эле ыраазычылык Руслан айке сизге ушундай убактыңызды айылып кошуңузгушу биз куруп аткан WF менен куруп аткан көпүрөбүзгө келип чоң рахмат. Жана ошондой эле бердеги представитель ВЭФ деген Нурдин, силерге дагы чоң рахмат. Спасибо всем остальным, что бүгүнкү турнирде күчтүүлөрдү жеңсин, жакшы бойлор болсун. Экинчисине толкундан турам, туура сүйлөсүн. Бойлордон ашышы керек.
двигаемся дальше.